этих матчей. Может быть, в конце параллельно идущей встречи их результаты я вам назову. Глеб вынудил ошибиться Геннона. И момент у наших возникает. И удар по воротам. И 1-0. Наша команда выходит вперед. А забил-то кто? Забил Гордейчук, между прочим. Да, как удачно он вышел на футбольное поле. И на 70-й минуте пробил, наконец-то, голкипер. Как-то непонятно, мяч он попал в ворота. Да, ударил Гордейчук во вратаря. Затем мяч уводил в штангу. После этого покатился за линию. Ну что ж, пробили. Пробили Гарри Роджерса. И это очень и очень отрадно. На 70-й минуте забил вышедший на замену игрок. Браво Александру Ермаковичу. Мы также говорим. Ну, защитнику здесь, конечно, влетит. Ой, как влетит от тренера. Глеб все сделал. И вот этот удар в ближний угол. Ну, проспал. Роджерс, ну, наверное, вряд ли он мог ожидать, что мяч полетит именно в него. Готовился, наверное, реагировать на выстрел в дальний угол. И поэтому там как-то не сложился, не скоординировался. Ну, а Глеб был хорош. Браво Александру Ермаковичу, который сделал эти замены. Выпустил Глеба, выпустил Гордейчука.